Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни. И сегодня я расскажу вам, как пройти новый Форзафон, который продлится с 12 по 19 января. Ну что, поехали! И за первое испытание можно получить 35 тысяч кредитов. Чтобы его выполнить, необходимо продемонстрировать технику скорость 20 раз. Ничего нового, просто какое-то время катаемся по прямой. За второе испытание можно получить 3 призовых игры. Ну а для его выполнения вам понадобится автомобиль марки Lamborghini. Условием данного испытания будет завершить 3 скоростных участка. А побеждать в них или нет, решать вам, достаточно просто завершить. Для третьего испытания лучше взять что-нибудь поустойчивее. Вам понадобится продемонстрировать шикарную технику «Воздух» 20 раз. Граница между обычной и идеальной техникой практически незаметна. Вам нужно найти что-то среднее. Большой разгон здесь не обязателен. Ну и для последнего испытания вам понадобится автомобиль Lamborghini Centenario. Чтобы получить приз, вам понадобится победить в чемпионате. А у меня закончились деньги, поэтому ролика с прохождением не будет. Но приз за последние два испытания – это Lamborghini Huracan с бонусом на технике. И Lamborghini Sesto Elemento. Ну а на этом все. Не забудь подписаться, чтобы не пропустить новое видео, и поддержи меня лайком. Всем пока и удачи с выполнением заданий.